Это упражнение действует на группу мышц бедер и икр. Возьмите подушку или что-нибудь мягкое. Давайте растянем те мышцы, которые мы только что разогрели. Встаньте на колени, одну руку отведите назад, опираясь на стопу, другую поднимите вверх и потянитесь. Медленно наклоняемся назад, чтобы лучше потянуть мышцы бедер. Дышите ровно. Теперь с другой стороны. Обопритесь рукой на стопу, другую руку вытягиваем вверх и тянемся. Смотрите вверх и тянитесь. Наклонитесь назад, сильнее растягивая мышцы бедер. Руки перед собой. Медленно наклоняемся назад, держа спину прямо. Назад, вперед. Это очень хорошо растягивает мышцы бедер. Держите спину прямо. Наклоняйтесь назад медленно. Совершаем руками волнообразные движения по мере того, как наклоняемся назад. Назад. Вперед. Прекрасно движущиеся руки. Движения рук отвлекают вас от напряжения в мышцах. Займите позицию кошки. Тянем мышцы спины, выгибаясь вверх. Вниз. Скрестите ноги, потяните бедра. Меняем ноги, дышим медленно. Почувствуйте, как расслабляются ваши мышцы. Вина и Нина преподают и выступают по всему миру, включая Ближний Восток. Они участвовали в съемках более чем 70 фильмов, телевизионных программах и музыкальных видео, включая награжденные Национальной академией. Они изучали танец живота в Каире, Египте, у известного преподавателя Ракии Хасана. Они также формально учились балету, индийскому народному танцу и индийскому классическому танцу. Исполнительные продюсеры: Дуайт Хилсон, Гарри Голдман, Дэвид Никахара. Режиссер Дэвид Никахара. Оператор Кейт Уэйкфорд. Художник Джулиан Гетман. Композитор Рон Вагнер. Хореография Вина и Нина Бидаша. Консультант по танцам Дэвид Тичнелл.